С новостями культуры познакомлю вас я, Жанна Мамилова. Здравствуйте. Жители Санкт-Петербурга и гости города смогут увидеть обычно закрытые для публики объекты культурного наследия. По недоступным историческим местам будут проведены специальные экскурсии. Мероприятие приурочено к Международному дню охраны памятников и исторических мест ЮНЕСКО. Все желающие смогут посетить дом Кельха, расположенный на улице Чайковского. Участники экскурсии не только насладятся экстерьером уникального здания, но и по достоинству оценят его внутреннее убранство. В настоящее время в здании находится и юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Кроме того, будет предоставлена возможность ознакомиться с Пулковской обсерваторией, отметившей в прошлом году 170 лет со дня своего основания, и зданием Русского географического общества, где работали многие выдающиеся ученые. Свои двери также откроют дом Боткина, который на протяжении нескольких десятилетий являлся одним из центров культурной жизни Петербурга, и крепость БИП, построенная на месте увеселительного дворца Мариенталь и дом Пеля с аптекой, химической лабораторией и фабрикой. Пешеходные экскурсии «Война 1812 года в архитектуре Петербурга» и «Вокруг острова Новая Голландия» завершают список обширной культурной программы. Знакомство с закрытыми объектами культурного наследия будет бесплатным. Экскурсии пройдут в субботу, 21 апреля. Больше новостей о культурной составляющей нашей жизни на сайте www.tbn-tv.ru. Далее в выпуске «Новости спорта».